9 мая 1945 года состоялась большая победа всего советского народа. Значение этой победы очень велико. В честь наших самоотверженных отцов-героев прошел концерт под названием «Дань уважения отцам». Полка, она просто сейчас по городу, по всему сосредотачивается в разных точках. Концерты, мероприятия. Вот я сейчас шел, на площади Победы идет концерт. Пришли сюда, здесь концерт, который мы вместе с центром «Гармония» и с российскими соотечественниками организуем. Так что атмосфера праздничная. Я смотрю, для бишкекчан и для кыргызстанцев это большой праздник. И это правильно, потому что это День Победы. Очень печально, что с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. И наша главная задача – всегда помнить их заслугу. Ну, мы с удовольствием как бы пришли на этот концерт послушать песни, потому что, ну, это как бы еще больше усилит ощущение этого праздника. Выступая в начале этого концерта, народная артистка Кыргызской республики Гульнара Тойгонбаева отметила, что, вспоминая доблесть отцов, можно укрепить и международную дружбу. Цель мероприятия – это укрепление дружбы между народами. Исполнять песни военных времен – это придает ощущение тех минут. Можно сказать, не каждому дается такая возможность, поэтому пока у нас есть время петь песни, мы должны этим пользоваться. Один из организаторов вечера патриотических песен военного времени Альберт Зукарнеев отметил следующее. И мы его празднуем. Это действительно великий день, великий праздник. И сегодня так приятно, что практически весь город вышел на улицы, чтобы поздравить друг друга, чтобы вспомнить ветеранов, чтобы вспомнить героев, которые подарили нам этот знаменательный день. И мы живем в благополучии и счастье. Напомним, что отцы, которые подарили нам светлую жизнь, навсегда останутся в наших сердцах. Дети войны смотрят небо, глаза воспаленные. Дети вы. Рахат Батырбекова, Сен Юсюнов, СТВ, город Бишкек.